В Миассе автоинспекторы задержали закладчика. У молодого человека нашли 7 свертков с белым порошком. Он оказался синтетикой. С собой у этого молодого человека больше 3 граммов запрещенных веществ. Наркодилер хотел продать их через закладки. На маршруте патрулирования инспекторами дорожно-патрульной службы был задержан гражданин 93-го года рождения, при личном досмотре которого было обнаружено изъято 7 полимерных свертков с веществом синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия его взяли под стражу.